Друзья мои, привет всем! Вы на канале Foxtail, с вами Катерина, это игра Star Scent. Сегодня 23 февраля, поэтому я от всей души поздравляю дорогих мужчин с праздником, желаю вам крепкого богатырского здоровья, успехов по всем фронтам, любви, счастья, исполнения всех желаний. Спасибо большое, что вы у нас есть, вы наша защита и опора, поэтому берегите себя, и мы будем беречь вас. Мы продолжаем наше великолепное исследовательское приключение в пустыне. Знаете, что я сейчас хочу? Я хочу исследовать плато поверху. Мы как-то вот все понизу, а поверху мы обошли стороной. Сейчас ломанемся туда. Последние события были таковы, что я вынуждена была сгонять в ближайший оазис, дабы найти камень. Представляете, из-за камня пришлось ломануться по пустыне вперед ногами. В пещере. Я нашла всего один камень, мне не хватило его скрафтить для кирки. А мы помним, что у нас в пещерке были неплохие залежи серы, мне нужно было их собрать. Поэтому я ломанулась в оазис, сбросила там балласт, пришла назад с киркой, уже заметь. Собрала серу, у нас сейчас полны сумочки, покажи. Но это вот как бы мои сумки, а еще лолонька у нас забит под завязку. Вот. И я думаю, что нужно вот как-то пройти сюда, чтобы, знаешь, завершить гештальт по этой местности. Да, мы ее полностью исследуем. Если здесь ничего нет, это будет обидненько, и я это подрежу. Но если здесь что-то есть интересное, это будет просто великолепно. Тут похоже на дорогу, видишь, вот эти вот болваночки, вот, может быть, мы что-то найдем, но в любом случае карту нам надо исследовать, нам нужно искать артефакты. Спасибо большое за наводку, я как бы вроде поняла, где они находятся, но ориентир у меня есть, надо вот вернуться в начало и идти на, ну, куда-то идти, вот, и мы потом это, конечно, сделаем, возможно, даже в этой серии. У нас сегодня вот такое вот скакательное начало, но самое главное, что мы не унываем. У нас солнышко светит, но мы не сильно зажаренные, всего 33-32 градуса скачет температурка. Вот, лулонька копытца свои не перегревает, поэтому сейчас он немножко отойдет, и мы опять вступим в галоп. Сегодня классный праздник, я уже отпраздновала, надеюсь, ты тоже уже отпраздновала. Судя по моему говору, понятно, что я неплохо-таки праздновала, что-то у нас такое виднеется. Вот, я люблю праздник 23 февраля, люблю 8 марта. Знаешь, они такие вот гендерные праздники, но они, это праздники. Поэтому как-то праздник, это хорошо, смотри, какая-то хрень виднеется. Я прям как чувствовала сегодня, что нам надо сюда идти. Вот, праздник, это классно. И классно, что сегодня, вот говорят, 23 февраля, это день защитника, да, типа, те, кто служил, тех надо поздравлять. Я считаю, что так, в любом случае, все защитники, неважно чего, родины, семьи, собачки своей или своего йогурта в холодильнике, когда коллектив у тебя пытается его спереть. Вот, поэтому классный праздник, я надеюсь, что ты его хорошо встретил, я хорошо отметила. А это уже отлично, это уже, считай, день прожит не зря, офигеть. Слушайте, ну, я как бы ожидала, что здесь у нас что-то будет. Мне давали наводку, говорит, прогуляйся, посмотри, но вот такого я не ожидала, это прикольно. Ну, знаешь, вот ты уже много здесь повидал, да, самая офигительная это была пирамида. А это древнее сооружение, значит, это правильно, мы с тобой пошли. Мы же готовились к нему. Мы готовились к тому, что по карте у нас был отмечен какой-то арен большой. И вот, видимо, это он. Только почему-то я думала, что она у нас будет... Жахни, пожалуйста, водиться. Она у нас будет отмечена, знаешь, где? Внизу, вот тут. А оказалось, это где-то вот здесь. Я не знаю, у меня есть палка? Скажите мне, пожалуйста. Я тогда поставлю указатель. А нет, у меня палка. А у меня есть бревно, а мне нет бревна. Ладно, я тогда, знаешь, на бум жахну где-то вот тут руинки. Так. Ну, я думаю, где-то здесь они. Пусть будет так. Пошли их исследовать. Офигеть. Ну, вообще, монументально строили раньше. Это не сейчас эти многоэтажки деревянные. Это вот камни. Сколько веков прошло, они все стоят. Знакомый символ, да, вот эта вот запрещенная травка-муравка. Я смотрю, что зелени полно, значит, можно сейчас деревьев нарубить и в крайнем поста...
не то, что ты думаешь. Это наша любимая трава для одеженьки, канапа. Так тут целая плантация канапы. Я поняла, это конопанная ферма. Прикиньте, мы наткнулись на конопанную ферму. Офигенно. Так мы сейчас можем скрафтить и вот эту вот накидку от песчаной бури. Все соберем. Мало ли в хозяйстве все пригодится. Блин, мои хорошие кустики. Как же вы здесь выживали? Вас никто не поливал. Мне кажется, вот древний человек, когда его сжирала многоножка, думал не о том, что он помирает и будет ли жизнь после смерти, а о том, что ё-моё, кто мою траву будет поливать? Как так можно? Я не могу умирать. У меня еще урожай не собран. Ну, по крайней мере, если бы я помирала, у меня был бы засажен огород. Я переживала за него. Огородники поймут. Потому что, когда ты сажаешь первый куст на грядку, то все. Твое сознание меняется. Ты каждое утро подходишь и смотришь. Изменилось, не изменилось. Подросло или не подросло. Это же твое детище. Я не... Ах ты! Ну, гости подоспели. Праздник как-никак. Поэтому что мы переживаем? Я надеюсь, что гостей не так много. Где же мне здесь ныкаться? А где мне здесь ныкаться? Вот мне скажите, пожалуйста, на милость. Если у нас здесь нету водицы, употреби, пожалуйста. Давай по-быстрому попробуем собрать. Может, от них сныкаться можно? Это вот, когда ты празднуешь вроде в кругу семьи, говоришь, а не хочу никого звать, но их нахрен, они все сожрут, все выпьют, мне ничего не достанется. А тут тебе звонят в дверь. Уже в дверь, даже не по телефону, а в дверь, говорят, мы пришли. Встречайте нас, пожалуйста. Я такой, ну ладно, давайте, доставайте приборы новые, чистые. Я сейчас достану стрелы. Будем почивать. Ну, раз гости, будем угощать. Мы гостеприимные хозяева. Можно взять? У меня аж глаз задергался, если честно. Опа. Если бы я знала, что здесь такая плантация добра и любви, я бы не бегала. Не бегала в другой оазис, собирая по одному кустику. Пока нету их. Может, это священный храм? Слушайте, ну вот это теплица. Я понимаю, что это огромная теплица. Я к тому, что, может, они сюда не зайдут. Мы спокойно все пособираем. А то сейчас у нас швахин-махин, аля-ляхин. Я как бы за мужского персонажа играю. Я защитник, я мужчина, я силен, могуч и немножечко вонюч, потому что я в пустыне, а с душем тут проблема. Но не хотелось бы драться. Хотелось бы мирное это соглашение заключить и не мучиться. Вот эти бутон бирбанджаму мы пока еще никуда не используем. Что ты ноешь? Ты ж под сводами тенька. Фишка в другом. У меня может сломаться топор, но у меня, по-моему, есть запасный материал. А ну-ка, погоди. Да, ребятушки, солнышки, зайки, мы нашли новый артефакт. Это круто. Слушайте, вот она, большая карта. Так, это пирамида. Так это вот мы здесь? Да, мы здесь. Так это еще вот эта штука еще где-то есть. А это вот тоже есть. И вот это, и вот это. Мне сказали, вернись к началу. Вот отсюда мы начали. Даже я отмечена почему-то. Иди на северо-запад. Восток. Даже на северо-восток мы тут исследуем. Значит, на северо-запад. Значит, вот эти надо оазисы исследовать. Блин, я вот так вот отойду. Стой, подожди. Пальцы мимо промахиваются. Потому что я привыкла бокал вина держать, а не по клавиатуре жахать. Вот, зафиксировали информацию, карта нам пригодится. Так, еще момент в море. Давай мы, знаешь, куда-нибудь заберемся. Вот сюда. Агась. Погнали. Блин, сколько здесь травы. Ну, прополим. Давай смотреть артефакт новый. Интересную историю сейчас увидим. У меня запись-то идет. Я немножечко сегодня на подъеме, но это как бы ожидаемо, поэтому что вы нового хотите услышать от меня? Смотрим. Аватар 2. Все долго ждали его выхода. Я очень долго ждала второго артефакта. Это падающие метеориты. Другие явились верхом на звездах.
Они спустились с небес и пошли по пескам, чтобы собрать урожай жизни среди дюн. Боги, ставшие людьми, мы приветствовали их без страха, ведь зло не ходит на двух ногах. Они даровали нам свое божественное знание и вернули надежду. Мы посадили Бернабадж, как они нам велели. Познав тайну огня, мы воспрянули. Конечно, блин, кузнец подъехал. Здрасте, металлические мечи. Мы создали свое наследие под взором зеленых богов, что наблюдали за нами с другой стороны солнца. Это вот так вот египтяне строили. По факту, это наша с тобой история, только на другой планете. Архитекторы приехали. Мы процветали. Конечно, у вас уже вон стена какая есть. Все? Ну, вот этот артефакт мы уже можем вкорячить в пирамиду. Короче, что мы поняли? Древние люди жили на этой планете, в ус себе не дули, поедали песочек в куличках. Далее, люди современности, вселенские путешественники, звездные лорды, прилетели, привезли им знания об огне, об кузнице, об металле, о том, что вот этот Бернаджаб сажай и радость жизни получай. Научили, как строить пирамиды. Опять же, зачем пирамиды им нужны, я не знаю. Я до сих пор... Ну, как бы по нашей истории понятно, что пирамиды это нужно для захоронения фараонов. А вот здесь для чего? Непонятно. То есть, с какой целью играла здесь пирамида? Может быть, мы выясним. Вот. И как бы интересно... Интересно, новые людички, они говорят, ох, ни хрена себе, вы с небес спустились, значит, вы боги. Ну, понятно, раньше-то все, что неизведанное, все от богов. Пока история развивается, окей, и хорошо. И я надеюсь, что посмотрим, что будет дальше. Сколько там артефактов было? 5. 5 артефактов, мы с тобой нашли 2. Значит, где-то еще трое заныкано. А знаете, в чем самый глобальный вопрос? Если ты дохрена просвещенный, ну, это я про тех людей, которые спустились с небес, какого фига ты не помог древним неандертальцам песчаным сразиться с песчаными монстрами, которые спали под землей? То есть у них были враги, подземные монстрянствы, и друзья, которые спустились с небес. Ни хрена, никогда столько этих... Канапеночек не собирала, как здесь. Я уже даже подустала. Куда делись и древние боги? А они... Вот видел, вот у них такие вот... Да, по воздуху я тоже умею бить. Жахни, пожалуйста, по кусту. Вот эти вот трубки сзади. У них как это называется? Как это называется? Ну, дыхательная маска, назовем, да? Ее... Ну, как они вот эти... Газопровод, трубопровод, воздухопровод, противогаз. Вот. Противогазы, то есть у них нормальные были на лицах. Почему? Возможно, здешняя атмосфера... У меня нет снаряжения и места, потому что я вообще все заныкала. А мы, знаешь, как сделаем? Мы употребим и освободим место для пеньки. А она по 50 складывается. Угу. В качестве топлива для определенных устройств. Пока нам с этими устройствами не ознакомили. Я пособираю. Пока все влазит, я буду собирать. А, я знаешь, что сейчас сделаю? Веревку. Зачем мне столько веревки? Я с этой веревки смогу себе сетку сплести и не знаю, на песчинки охотиться. Так, осталось пару кустиков. Я не смогу сейчас ничего скрафтить по одежде по той простой причине, что нужен ткацкий станок. У нас его нету. Но мы все это донесем в целости и сохранности до нашего оазиса. Плюс ко всему, нам надо забежать в тот оазис, где я все скинула. А я могу, знаешь, как сделать? Я же могу у лолоньки. А еще, знаешь, какая у меня мысль была?
Я подумала, что фигли я на одном ололоньке езжу, если я могу приручить много ололоников. Правильно? Я же могу покормить другого верблюда. Я же не могу быть верблюдолюбкой одной. Ну, то есть, вот это мой верблюд, и другие мне не нужны. Мне кажется, это неправильно. Поэтому, возможно, попробовать стоит с двумя верблюдами этакий караван устроить. Хорошая идея, мне кажется. Мне кажется, идея у меня просто бомба и на миллион. Вы хотите пить? А, так, погожди, погожди, золотко. Сколько здесь добра. У меня сегодня собирательская серия получилась. Давай сейчас быстро, знаешь, как вот сюда выбежим, посмотрим, что тут есть. И сбегаем у лолоньки, скинем. А здесь ничего нет. Теплицу разрушили. Я что думала, я разобьюсь, я не разбилась. Но она смотрится очень прикольно. Спасибо за совет, что меня сюда направили. Говорит, исследуй, Катя, побольше исследуй. Я вот исследую. Следую вашему совету, исследую. Лолоша стоит, друзей наших многоногих не видать. Жизнь прекрасна. Не прекрасно то, что в такой огромной, по сути, каменной пустыне нету камней. Но это как бы, ну, вот, видишь, что у меня тут есть. Как бы странно, ты не находишь? Я вот нахожу. У меня вот есть такая еда. У меня здоровье полно, пока я не буду есть. А, это что? Пасти, малыш! Мы с тобой сейчас встретимся. Я прошу тебя, поменяй. Где он? Я тебе говорю, он не мог сюда зайти. Чему ты многолапая? Подойди ко мне. Ага, вас много, а я одна. Двое их, да? Всего-навсего двое. Ну вот сейчас и рагу употребим. Блин, мне тут неудобно мышкой стоять. Ай, нехорошо. Сдохла? Не сдохла, погоди. А рагу у Ололони. Ладно, яйца наши все. Говорят, надо в сутки съедать не менее 2 яиц. Следуем. Исследуем. Опа. Таблет тебе, прям в таблет. И тебе в таблет. Ну и какая защитница. У меня тоже сегодня практически праздник. Я лолошку своего защищаю. Где? Чуть-чуть осталось. Так. Слушайте, а у меня что, нету с собой ткани? Я выложила ткань. Я как бы... покормить? Да, покормить. Не думала, что меня... Ну, чуть-чуть восстановили. Не думала, что меня так будут сжирать планомерно. Лулош, стой. Давай я тебе все выложу. Так. Контейнер. Ну, нахрен он... А, это глиняный горшок. Не, ну ладно. Потом мы его сделаем. Не это. Не столь страшно. Так, пенечку. Пенечку. Так, 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 банан, потом сиди, место тоже освободится. Темнеет, ребятушки, темнеет, мне не нравится, когда темнота наступает. Я сегодня прям какую-то огородную серию себе устроила. Нет, жопки ваши мне не нужны, мне стрелы нужны. Стой. Ага. Так. Вот так вот пойдем. Надо дособирать траву и все. И я так поняла, что вот эту верхнюю территорию мы исследуем. А нет, слушайте, там же на карте еще что-то нарисовано было. А я смогу построить вигвам? Ну, конечно, ни бревна не вает. Тут даже этим и не пахнет. А, так, давай срубим. Я хочу пить. Пей. Ага, молодец. Ну, я считаю, что сегодня у нас очень хорошая собирательская серия. Реально нужные вещи.
Возможно, у нас там же закрыты рецепты еще какие-то одежды. Там прям видно, что-то мы можем еще скрафтить. Поэтому я думаю, конопашка нам пригодится стопудово. Поэтому мы ее сейчас соберем. И пусть она у нас лежит. Можно сделать тюрбан. Мне, если честно, нравится шляпа. Она от солнышка защищает. Но тюрбан, наверное, мы прям мощными будем выглядеть. Так. В темноте не люблю играть. Вообще не люблю. Глазоньки напрягаются. Сегодня у нас, получается, мы нашли новое строение. Можно я тебя заберу? Я думала, тут будет древнее городище. Ну, такое прям вот с домиками. Что-нибудь такое прям монументальное. Это, конечно, монументальная теплица, но домиков нет. Тихо. Так, 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 так. Последнее. Все. Все пропало, что могли. Нет, еще есть. Смотри. А говорят, еще растения одичают и жить не смогут без человека. Скажите вот этим супер зеленым кустам канапы. Даже надо пролететь сквозь горизонт тысячелетия. Войти во врата этих. Какой сериал есть? Врата цивилизации, блин. Чтобы древним людям другой планеты привезти семена канапы. Ну, а правильно, с другой стороны, с канапы можно что сделать? Можно ее использовать в качестве лекарства. Вот, она замечательно, говорят, утоляет боль. Можно ее использовать в качестве одежды. Правильно, правильно. Плести с нее нить и делать конопанную одежду. Ну, кстати, очень полезно. Если ты вобьешь в интернете, конопанная одежда, конопанное волокно. Ты охренеешь, сколько оно стоит. Потому что, говорят, очень полезно. Вот. Ну, блин, могли пшеницу завести, а тут больше ничего нету, да? Ну, пойдем вниз. Опа. Ни черта не видно. Я вижу серу. О, ёшкин кот, хорошо-то как. Я знаешь, что хочу сделать? Слушайте, сейчас покажу, подожди. Ты бьешь ее или ты головой мотыляешь? Молодец, зайка, солнышко, умничка. Вот, смотри. Нет, не то, не смотри. Смотри, значит, сюда. Сейчас. Вот, кокосовую гранату. Мы с тобой ни разу не сделали... Верни. Кокосовую гранату. Может быть, против... так, ага, я... Ага, так, понятно. Отбегаем. Сейчас оббежим вокруг. Я так поняла, серы тут много. Сделать кокосовую гранату. И когда к тебе приезжает стадо. Стадо буквально вот этих вот многоножных друзей. Жахнуть. Жахнуть по ним гранатой. Ничего тут нет больше. Там что-то виднеется. Слушайте, а там что-то виднеется. Я не поняла, или я в пласки долблюсь. Слушайте, это пещера. Офигеть, слушайте, смотрите, проем. Я не знаю, тебе видно, но я вижу тьму. Подожди. У нас сегодня исследовательская миссия. Очень плодотворная, очень. Мы... Подожди, стой. Так, но это не люди. Сдалека как будто люди, а на самом деле это кактусы. Погодите, ну здесь есть дорожка, это пещера. Интересно, девки пляшут. Сейчас посмотрим, что у нас в пещерке есть. У нас еще есть времечко поиграть. Я так небольшой таймер поставила, думаю. Ну, чтоб точно знать. Блин, крутяшка какая. Это дверь. Это же дверь. А что, ничего нет? Стоп, было. Так, древняя надпись. А почему она не активируется? Я не понимаю.
Слушайте, может, какой-то последовательности надо, но я это вижу. Это лунные циклы. Значит, есть полнолуние. Это растущая луна. Это какая-то непонятная. Я не знаю. Это шифр тип или мне чего-то не хватает? Так, либо мне чего-то не хватает, либо это древний шифр. Но древний шифр, он, видишь, он как будто везде. Я бы нашла как бы стареющую луну, полнолуние, растущую луну. Вот так вот. Но здесь фиг поймешь. Типа начало с чего? Где точка? Вот давай, давай, давай вот с этой попробуем. Не, она, видишь, по несколько раз идет. Слушайте, мне кажется, мы должны найти где-то какую-то надпись, которая открывает вот эти врата. Я сейчас просто круг почета дам, ну, чтобы убедиться, что я сложанула и не то, не то сделала. Но она не открывается, дверь. Блин, а небо-то какое красивое. А, окей, я запомню. Здесь какая-то древняя надпись. Надеюсь, мы найдем ее среди артефактов. Пойдемте дособираем серу. Нет, показалось, что свет горит в этой теплице. Не, не горит. Дособираем серу. У нас будет очень много серы. Нам можно будет наделать пороха. Просто вау, выше крыши. Больше бочек нам не нужно делать. Соответственно, накрафтим гранаты. И будем ждать. Представляешь, как классно? Просто закрой глаза и представь. Ты среди пустыночки стоишь. Ноги расставил широко. Потому что песочек шарохается. Тебя немножечко поглощает. И тут на тебя идет стоя. Шестеро чужеродных инопланетян. А ты берешь гранату, кокосиковскую, поджигаешь ее и кидаешь им прям в рыло. И трое, хотя бы трое, но сжигаются, сгораются, взрываются. Кишки их не ошметки в разные стороны. Я вижу. Я вижу этих скорпионов повсюду. Мне кажется, классно. Я прям очень хочу попробовать гранатой. А, не надо пить водить? Ну ладно. Повоевать. Но для этого нам надо прийти к нам домой. А слушайте, все, серы больше нет. Мы собрали два куска серы, что в целом тоже неплохо. Я думаю, может, с этой стороны где-то есть. А, нет. Можно меня пустить? Нет? Нет, этот, знаешь, дым от факелов глазки разъедает. Когда шашлык жаришь, то 100% знаешь... Вроде нормально сидишь, вроде там опухалом опухаешь, шашлычок переворачивает, как дым тебе в глаза дыманул. И ни черта не видно, и больно, и щипит. Вот у меня практически то же самое. У меня персонаж перестал идти. Устал? Устанавливай свое здоровье. Скорпионов здесь тьма. Значит, план таков. План таков. Мы возвращаемся к нам домой, в наш красивый, одноэтажный, лакшери вилладж дом. Выкладываем припасики. Ломанемся в другой оазис, заберем там тоже припасики и начнем. Я тебя тоже заберу. И начнем уже исследовать нижнюю часть карты. По факту верхняя часть карты, вот эта вот, где каменистая песчаность, мы ее всю исследовали. Сюда возвращаться смысла нету. Мы нашли классное сооружение, большое, великолепное. Сейчас до ближайшего оазиса ломанусь, посплю. Вот, и на этом останавливаемся, прямо вот здесь, прямо под светом факел. Мы с тобой прощаемся, я говорю тебе большое спасибо за просмотр. Поддержи, пожалуйста, лайком, пиши комментарий, обязательно подписывайся на канал. До встречи в следующей серии, пока-пока.